На отправку клиенту приготовили заказ. Заказ получился очень насыщенный. Сейчас покажем, что в него входит. Это комплект бамперов на автомобиль Нива Урбан в цвете Барнео. Штатная установка у них идет, сделана с выделением черным матовым. Бампера можем окрасить любой заводской цвет, кому интересно, пишите. Есть много вариантов, в принципе, по бамперам. Скинем, покажем. Далее в заказе это надфарники. Надфарники DLA, 6 линз. Аналог Салмана идет. Бегущий поворотник здесь. Уплотнитель, также все в комплекте. Далее ПТФ Салман. Они идут двухрежимные, 50 Вт. Очень яркий свет. Также к нему комплект подключения. Это монтажный набор. Там все в комплекте идет. Также реле и кнопка на панель. Далее в заказе это фонари DLA в стиле Mercedes в черном цвете. Фары GS001 диодные. Также хороший свет. Порядка 45 Вт у них идет. Мощность зеркала в стиле Mercedes. Двойной поворотник. Поворотник также здесь бегущий, окрашенный в цвет Барнео. По зеркалам также большой ассортимент на Ниву. Поэтому пишите, есть возможность окрасить заводские цвета. И в заказе повторители на автомобиль Нива. Под пленочкой они, галка одна полоса. Есть с желтым и белым цветом. И также в заказе это шторки магнитные на автомобиль Нива. Вот, очень простая установка. Есть практически на весь модельный ряд АвтоВАЗа.